Заготовка подвойных черенков винограда для настольной прививки. Черенки нарезаются длиной 2-2,5 метра. Между собой завязываем. Упаковываем в полиэтиленовые мешки и отправляем на хранение при температуре плюс 2, плюс 4 градуса до момента самой прививки. В данном случае это филоксероустойчивый подвой Cover 5BB, который был получен в 1904 году венгерским селекционером Телеки. Кусты, привитые на этот подвой, имеют мощную корневую систему. Кусты получаются засухоустойчивыми. Корневой форме филоксера имеет устойчивость 4 балла по 5-бальной системе. Кусты получаются мощные, сильно рослые, что заметно влияет на прибавку урожая привойной части. Сорт имеет такие вот небольшие грозди винограда черного цвета. Внутри имеет по 3-4 косточки. Имеет широкие междоузлия до 15 сантиметров. И, напоминаю, он является сильно рослым подвойным.